Выставка традиционная, проводится 18-й раз, и всегда здесь бывает очень много покупателей. В первую очередь сочинцев привлекает богатый ассортимент представленного товара и стабильная ценовая политика. Все вкусно. В основном все вкусно, очень вкусно. Продукция хорошая, тем более наши ростовчане, мои земляки. Мне очень нравится. Вкусно, во-первых, самое главное. И, во-первых, здесь с черносливом, с фруктами, а не какие-то наполнители. Все натуральное. В торжественном открытии выставки приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, администрации города и депутаты городского собрания Сочи. Выставка «Продукты питания 2015» открыта. На этот раз на выставку приехало рекордное количество участников. Это производители, поставщики и дистрибьюторы продуктов питания и напитков со всех уголков России, от средней полосы до Алтая и Камчатки, из южных регионов и Крыма, а также из Белоруссии и Армении. То количество людей, которые отдыхают и проживают в нашем городе, нуждается в этих продуктах. Я думаю, что в ближайшее время, после того, как наши предприниматели, директора санаториев, гостиниц, начальники служб закупки обязательно подпишут здесь контракты, договора, и эта продукция будет на прилавках нашего города. Для посетителей выставки «Здоровое питание. Здоровая нация» будут организованы ежедневные дискуссии и розыгрыши призов. Выставка продлится до 28 марта. Часы работы с 10 до 18. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».